Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас, наши дорогие друзья. Мы в Майкопе. У нас сегодня замечательный повод был сюда приехать. Мы приехали поздравить нашу маму. Сегодня мы празднуем ее юбилей. Вот, ей исполнилось 70 лет, так что сегодня будем праздновать нашу дорогую мамочку, нашу Людмилу Николаевну. Будем поздравлять. Да, будем поздравлять, будем максимально веселиться. Вот сейчас мы заехали на цветочный рынок, вот пока наш папа пошел выбирать цветы. Мы сидим в машине, его ждем. Вот, едем мы в ресторан «Юг», я уже там однажды была, находится он немножко за городом Майкопом. По-моему, поселок Краснооктябрьский, если я не ошибаюсь. А вот у нас очень жарко, поэтому я так, видите, я не в вечернем платье, уж простите, не надо мне писать: Наташа, юбилей ресторана, вы не в вечернем платье. Я оделась максимально удобно, комфортно, потому что обратно мне придется, скорее всего, ехать за рулем. Танюшка там такая вся, как медицинский работник в белом, нарядная. Да, мы с Сашей, ну, почти в одной цветовой гамме. Да, вот, так что все, друзья, мы вас приглашаем с нами на наш праздник. Максимально постараюсь я, конечно, поснимать, что-то вам показать. Ну, не обещаю все показывать, потому что у нас там все стесняшкины, много противников Ютуба и выставляться на показ. Вот. Но что можно будет показать, я, конечно же, покажу. Спасибо, спасибо, спасибо. Все ваши мечты исполняются, да, вы заслуживаете. Ну, точно, вы не дали ему столько. Я дедушку Боли, вы заслуживаете. Вы точно деду, да? Танюшка красотка. Играет, ребят, везде музыка, так что сегодня уже снимаю как есть. Монетизировать не получится. Будем веселиться от души, да, Доня? Дорогая наша мама, я вас поздравляю с этой красивой знаменательной датой. Я очень хочу, чтобы вы были здоровы, прожили до 100 лет и больше. И вообще я хочу сегодня поломать все стереотипы. Как-то так складывается во многих семьях, что, ну, как ни крути, невесток не любят, да? То есть как бы зачастую враждуют свекрови с невестками. Вот. Мне, я хочу сказать, очень в жизни повезло. Я очень благодарна вам, я благодарна Всевышнему за то, что вот вы в свое время ко мне с первого дня отнеслись как к дочери. Я очень волнуюсь. Вот. В вашем доме всегда чувствуется атмосфера любви, добра. Меня вообще поражают такие люди, как вы. С таких людей нужно брать пример. Вот за 70 лет вы ни разу никого не осудили, вы ни разу никого не оскорбили. Вы всегда всех защищаете, вы всегда ко всем относитесь с любовью, с теплом, с радушием. Вы всегда, вам всегда всех нужно накормить, обогреть. В общем, вот вы вот такая у нас живая, настоящая. Я очень это ценю. Дай Бог вам крепкого здоровья. Спасибо. Я очень благодарна вам за все, за все. И за вашего сына я вас с папой благодарю. Мы его любим, ценим. Спасибо вам. Да. Попробуй, тамада. Вот. Будьте вам счастливы, будьте здоровы. Как много, как можно больше, дольше радуйте нас. Оставайтесь такой же. Мы вас очень-очень любим. С днем рождения. Ура! Ура! Пусть бегут пешеходы по лужам, а вода по... Так, так, так. Все, внимательно. Слушаем молодежь. Продолжатель фамилии и рода. Уже говорит. Я хочу поздравить тебя с юбилеем. Трудно перечислить все твои достоинства, потому что их очень много. Но это всем, я думаю, здесь очевидно, что ты самый светлый человек, которого мы все знаем. Много теплых слов уже было сказано.
будет тоже очень много сказано из теплых слов. От себя я хочу сказать то, что я со всеми здесь согласен, но все же главное в нашей жизни — это здоровье. Здоровье — это основа, здоровье — это основа счастья, основа жизни, в общем. Ну, с днем рождения. Спасибо, спасибо. Молодец. Да. Спасибо. Ну что? А что, музыки нет? Дорогая бабушка, я хочу поблагодарить тебя, да и, в принципе, всех сидящих здесь, за то, что вы делаете меня счастливее, просто находясь рядом. Вот. Я очень рада иметь возможность видеться с вами, так, собираться из года в год. И если вот так оглянуться и задуматься о том, кто нас окружает с самого детства, почему они нас окружают, это родные, конечно. Вот. И, ну, потому что они родные, им не нужны причины, а они просто рядом, и я безумно счастлива находиться в вашем окружении. Бабушка, ну, возможно, у тебя и нет какой-то определенной возможности, да, всегда быть рядом, но это тебе никак не помешало сделать нас самыми счастливыми внуками, да, и кого-то детьми. Поэтому... Я волнуюсь. Ну, это нормально, мы все волнуемся. Спасибо тебе большое за твой труд, за твои вечные переживания, за твою заботу. Я уверена, что все это будет оценено и вознаграждено по достоинству. Будь счастлива, моя дорогая бабушка, ты этого очень заслуживаешь. С днем рождения! Ура! 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 Ух, нас отпустили на перекур, скажем так. Пока покажу вам территорию ресторана. Здесь беседки. Ресторан «Юг». Я уже говорила, находится за Майкопом, поселок Краснооктябрьский. Есть такие вот беседочки. Вот в одной из них мы сидим там. Сейчас уже к вечеру легче дышится. Уже прохладней стало, намного легче. Днем прям жарища была невыносимая. Хорошо, так уютно, здесь светло. Сейчас через 15 минут, сказали, начнется живая музыка. Там еще, вот там еще есть зимний зал. Вот. Ну, сейчас лето, хорошо посидеть здесь на улице. Вот так с внешней стороны выглядит ресторан. Ну, как бы все простенько, но уютно и со вкусом. Хорошо, сейчас уже вечер, прохладненько. Днем было невыносимо, сегодня жарко, сейчас прям классно. Ну, мы сидим в узком семейном кругу. Наша мамочка не захотела больших компаний. Она у нас стесняется, у нее просто... Как бы она пережила очень сложную болезнь, у нее была опухоль головного мозга. В свое время, 12 лет назад, ей сделали операцию и зацепили лицевые нервы. И поэтому она очень стесняется у нас людей. Мы ее и так сегодня еле вытащили в ресторан, она хотела вообще дома посидеть. Вот. Но мы такой узкой компанией, самые родные и близкие. Ну, может, так и лучше. Потому что ты ее много задаешь. Искусственные цветочки, я думала, живые. Гортензия, но она искусственная. Эти тоже искусственные. Но смотрится красиво. Как настроение, сынуля? Да хорошо все. Ну и супер. Внучек болтает с бабушкой. Oh,
годах наелись. Наверное, уже не осилим это. Легкий свет, я не знаю.